Фернандо, Люсе. А. Мой Люсе. Это, Дико. Смотрите, на улице нашел, продает. Киното называется, вот такие. Это Кинондо. Ага. Это Кинондо, дарого, но асидо. Это, но это Люсе. Эти, говоришь, что они сладкие, кругленькие, а есть еще такие, которые... Mucho tiempo, si? ¿Cuánto? ¿Cuánto años más o menos? 850. No, ¿cuántos años más o menos creció hasta este momento? Esta planta ya, cualquier menos 5 años arriba tiene. ¿Sí? Sí. Это больше чем 5 лет, он его выращивал, продает за 850 песо, смотрите, уже плодит. Классная штука. Вон, в китайском районе увидели. Киното. Так что... этот, шо? Денежное дерево цветет. А, вон он, денежное дерево цветущее. Это вообще китаец по дороге продает тут. Моя такие... Моя мама выращивает денежные деревья, да, это цветет. Это называется Лола, парасоте, это фло. En Rusia se dice árbol de plata, árbol de dinero, digamos. Sí, por eso estoy mostrando esto justo. Sí, gracias, señor. Вот у него магазинчик такой. И заодно он тут продает и в середине все, и эти самые цветочки. Видите? И есть интересные штучки. Вот мы вам показали. Все, пошли мы дальше гулять. Пока.